Предстоящие выходные для Саратова станут юбилейными. 12 сентября нашему городу исполнится 425 лет. В преддверии торжества наши корреспонденты спросили у жителей, за что они любят Саратов и какие уголки города для них особенно дороги. Безусловно, люблю Саратов за то, что родной город, наверное. История богатая, архитектура есть. У нас есть что посмотреть. Парк Победы, городской парк. В центре города нравится погулять. Любим библиотеки. Пушкинской нам очень нравится. Можно и в музей сходить, и погулять, и поиграть. Есть куда выйти, есть где покататься на велосипеде, где провести уикенд со своей семьей. Рядом и горы здесь, и все на свете, и лес рядом. Это очень молодежный город, здесь очень много вузов. Набережная у вас красивая, и тепло у вас. Я сам с Екатеринбурга, у нас там холодно сейчас.